Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 74-м году ушел из жизни советский гребец, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Тимошинин. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного спорта России. В КРР назвали произошедшее тяжелейшей утратой для российской и мировой гребли. Там также отметили доброту, энергичность и порядочность Тимошинина. Причина смерти спортсмена, выступавшего в составе сборной СССР, не уточняются. Тимошинин выступал в парной двойке. Спортсмен завоевал золотую медаль на играх 1968 года в Мехико, а также стал первым на Олимпиаде 1972 в Мюнхене. Серебряный призер чемпионата Европы 1973 на двойке парной. Неоднократный чемпион СССР в гребле на двойке парной 1968-1972. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.